Сегодня, 25 февраля, отмечается День открытия спирта. Это негласный профессиональный праздник всех медиков и химиков. Но ведь правда, без спирта, ну, мы никуда. Ни в медицине, ни в пищевой, ни в химической промышленности, ни в косметологии. Иногда в качестве топлива используется. Так что спирт – это важный и необходимый продукт. И сегодняшние частушки посвящены этому уникальному продукту. Я, кстати, когда в студенческие годы ходил в агитпоходы, я был разводящим. А в обязанности разводящего как раз-таки входило разбавлять чистый спирт с водой. Вот. Но в последние годы у нас появился там третий ингредиент. Но это секрет. Если есть какие-то варианты, пишите в комментариях, что же это за третий секретный ингредиент. То есть вода, спирт и вот третье, что непонятно. А сейчас частушки. Мы вчера с милашечкой махнули по рюмашечке, а потом и по второй, а потом на всю рукой. Спирт российский лучше всех для любви и для утех. Пейте спирт вы по утрам, вечерам и праздникам. Русская красавица всем мужчинам нравится. Как узнать ее секрет? Выпивает спирт в обед. Съесть селедочки немножко, выпить спирта на дорожку. Я б тогда не просто шел, а летел бы как орел. Мне бы с пьянкой завязать, по утрам противно, но смогу ли продолжать мыслить креативно? В мире ужас, что творится, люди стали больше пить, так стараются напиться, будто день осталось жить. Нам питейную палитру предлагает голова, пьем мы вечером палитру, а с утра уже по два. Говорят об этом в школе, и Минздрав твердит опять, только вред от алкоголя буду лично проверять. Дорогие друзья, с днем спирта вас еще раз. Подписывайтесь на канал «Споем под баян», пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч!